Сьогодні ми можемо насолоджуватися свободою творити, свободою мандрувати. Слава Україні! Героям слава! Свободою бути щасливими. На жаль, народ України мусить боротися за свободу жити. Вони не можуть здатися, а ми не можемо припинити їх підтримувати. Тому організації, які ми підтримуємо, щодня навчають українських солдатів і надають допомогу там, де вона найбільше потрібна. Підтримайте лінію допомоги. Приєднуйтесь до спільноти. Добрый вечер, друзья! Пока я буду рассказывать вам о главных событиях в Украине и мире, прошу вас подписаться, поставить лайк этому видео и обязательно оставить комментарий ниже. Любая ваша активность помогает этому ролику попасть в тренды YouTube. Поехали! Председательствующая ВС Чехия призвала к созданию международного трибунала по военным преступлениям после обнаружения новых массовых захоронений в освобожденном от оккупантов Изюме Харьковской области. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что в 21 веке такие нападения на гражданское население немысленны и омерзительны. Поэтому военные преступники должны быть наказаны. Напомним, пару дней назад на деоккупированной территории нашли место массового захоронения, где разместилось более 400 могил. По информации Харьковской областной военной администрации, признаки насильственной смерти имеют 99% эксгумированных. У большинства из них были обнаружены следы пыток, у некоторых связаны за спиной руки, у одного мужчины была петля на шее. Найдены в могилах и дети. Массовые убийства в Изюме осудил также президент Франции Эммануэль Макрон. «Не бывает мира без справедливого суда», написал он на украинском языке на своей странице в Фейсбуке. Важно отметить, что на создании трибунала по образцу Нюрнбергского процесса над нацистскими военными преступниками после Второй мировой войны еще в марте настаивали ряд политиков, юристов и ученых ЕС. Против России, возможно, и самого Путина также было начато расследование, которое проводит Международный уголовный суд в Гааге. Российское издание «Сота» опубликовало переписку заключенного колонии строгого режима в республике Марий-Эл, где говорится о принудительной отправке преступников на войну в Украине. Речь о подбывающих наказание за убийство, тяжкие телесные повреждения, грабеж и разбой. Осужденный рассказал, что их вызывают на вахту, откуда сразу отправляют на аэродром. Сколько народу, блядь. Все едут, короче, блядь, то ли красть, то ли воевать, не поймешь, блядь. Российские правозащитники обратились к генпрокурору страны за разъяснениями оснований освобождения заключенных для участия в российском вторжении в Украину. Ведь такие действия абсолютно незаконны, но в правовом государстве все продумали. Заключенных оформляют на отправку для следственных действий СК и ФСБ, чьи сотрудники работают на контролируемых Россией территориях Украины. Ранее в сети появилось видео, где управляющий ЧВК «Вагнер», который находится сразу в нескольких санкционных списках ЕС и Штатов, призывал заключенных идти на войну в Украине. Аналитики BBC геолоцировали этот ролик и выяснилось, что на нем исправительная колония номер 6 в республике Майр-Эл. Олег Черныш, который изучает данную тему, сообщил BBC, что такая вербовка происходит около 3 месяцев и уже известно о 2-3 тысячах завербованных. Но есть данные от правозащитников, что планируется набрать около 50 тысяч таких преступников-солдатов. Для сравнения, силы РФ перед началом вторжения насчитывала 200 тысяч военных. Появление видео он связывает с желанием ускорить набор в тюрьмах из-за больших потерь живой силы Второй армии мира. Чаще всего соглашались идти на войну люди, осужденные за тяжелые преступления, которым отбывать наказание 20-30 лет. Запорожский суд огласил приговор наводчику, который передавал информацию российским захватчикам. Пенсионер обвиняется в госизмене, ему грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества. На преступление его толкала невестка Алена Таркай и сын Юрий Пушкарь. Ей тоже объявили подозрение, но пока заочно. Женщина попросила родственника передать координаты расположения военной техники ВСУ на территории Вольнянского завода имени Шевченко российским спецслужбам, сообщив свекру, что его сын ранен, и это поможет ей перевести его в тыл. Благодаря тому, что разговор был перехвачен, технику переместили, но попадание в указанное место все же произошло. По версии обвинения, мужчина понимал, что информация о координатах попадает в руки захватчиков. Но в суде он признал свою вину. Как оказалось, его невестка и сын – это уже известная супружеская пара коллаборантов из Мелитополя, которая всеми силами пыталась прославиться долгое время и активно участвовала в культурной жизни Мелитополя. Даму кидала от должности руководства
руководства народных ансамблей, руководителя ДК до участия в ТВ-шоу «Меняю жинку». Ее муж тоже претендовал на должность директора Мелитопольской школы искусств. Правда, все закончилось прозаически. Его забрали воевать в армию РФ, а она продолжала придумывать способы стать известной личностью. Стала. В Иране начались массовые акции протеста после гибели девушки Масха Амини, которую задержала полиция нравов из-за неправильного ношения хиджаба. Толчком, побудившим людей к протестам, послужило официальное заключение о смерти девушки, в котором причиной указаны проблемы с сердцем. Однако правозащитники заявляют, что девушка была госпитализирована из отделения полиции с тяжелой черепно-мозговой травмой. В связи с этим сразу в нескольких городах страны начались митинги. Люди выкрикивали антиправительственные лозунги возле административных зданий. Некоторые женщины снимали платки и подкидывали их вверх. Также в соцсетях объявили флешмоб в поддержку иранских женщин. Девушки на камеру начали сжигать предметы одежды и стричь волосы. Родственники Амини сообщили журналистам Аль-Джазира, что у девушки не было проблем со здоровьем. Ее привезли в больницу, где она несколько дней находилась в коме. Затем ее отключили от системы жизнеобеспечения и объявили мертвой. Смерть 22-летней девушки уже прокомментировали высокопоставленные лица США. Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, например, в своем твиттере обвинил Иран в нарушении прав человека. Напомним, ношение хиджаба стало обязательным в Иране после исламской революции 1979 года. И из-за его отсутствия или неправильного ношения полиция нравов может задержать женщину. Блиц новости. С сегодняшнего дня Польша, Литва, Латвия и Эстония закрыли въезд для россиян, которые имеют краткосрочную шенгенскую визу, выданную с целью туризма, спорта или посещения культурных мероприятий. Упомянутые четыре государства также больше не будут выдавать россиянам краткосрочные туристические визы. Однако ограничения не коснутся тех граждан РФ, которые едут в Польшу или страны Балтии для встречи с родственниками или по гуманитарным причинам. В Лондоне сегодня прошла последняя прощальная церемония с Елизаветой II. Гроб с ее телом привезли в Вестминстерское аббатство, где монарха крестили и короновали. Здесь же она выходила замуж. На мероприятие были приглашены более 2000 человек. Это главы государств и правительства всего мира, члены королевских семей и знаменитости. До этого, чтобы попрощаться с Елизаветой II, многие вынуждены были стоять в очереди по несколько часов. Причем коснулось это даже селебрити. Например, бывший капитан английской сборной Дэвид Бекхэм простоял 12 часов, прежде чем увидел гроб с Елизаветой. На днях зам главы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стримаусов согнал школьников в актовый зал и решил поучить их российской пропаганде. Он рассказал детям, как на Западе мальчиков превращают в девочек, а девочек в мальчиков. Возмутило его и то, что за бугром детей учат надевать презервативы, что Стримаусов якобы видел собственными глазами. Однако, кроме смеха, такие абсурдные речи коллаборациониста у детей ничего другого не вызвало. И это все на сегодня. Кстати, мы есть и во всех социальных сетях, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски на нашем канале. Ссылки мы оставим в описании к этому видео. Хорошего всем вечера. Слава Украине!